Мы приехали в Никольский монастырь, вот, женский. Вот сегодня зашли там, где они посадочки свои делают. Вот у них фруктовый сад сделан, грядки. Грядки все облагорожены. Смотрите, клубника. Клубника рядочками. Красиво все. Буквально красиво. Ихняя теплица, большая теплица. Дорожка центральная, которая ведет, обделана шифером. На огороде центральная дорожка обделана шифером. Здесь вот у них щавель растет. Щавель, видимо, любит. Деревца все побелены. Буквально все-все-все побелены. Красивые. На грядках, видимо, они природное земледелие. На грядках у них междурядье травкой. Здесь замульчировано. Здесь закрыто. Грядки уже приготовлены, то бишь перекопаны с говнецом. Большой посадочный плацдарм из черной смородины. Мы очень хотели побывать вот в этой теплице, но там проход закрыт, поэтому смотрю, что там есть парничок. Там есть парничок и высокие грядки. Их видно хорошо. Есть у них еще вдалеке две теплицы, такие вот обыкновенные арочные теплицы, даже не две, а три теплицы есть. Очень интересно. Везде все кубы стоят, поливается, все чисто, все облагорожено, все деревца побелены, даже хризантемы вот посажены. Вот.